К празднованию 70-летия Великой Победы готовятся и в местах лишения свободы. В Саратовской области в эти дни проходит конкурс самодеятельности заключенных. Они читают стихи о Великой Отечественной войне, поют фронтовые песни. Участвуют все 15 колоний региона. В колонии номер 10 надеются, что победить им поможет участие профессионального актера. В их стенах отбывает наказание Филипп Еловега, закончивший Саратовскую консерваторию, а позже игравший в Костровском драмтеатре. На сцену клуба колонии номер 10 он и другие заключенные вышли в гимнастерках, матросской и казачьей форме. Прозвучали случайный вальс «Одессит Мишка. День Победы». Исполнитель песни в землянке сообщил, что, готовя этот номер, сначала изучил историю создания песни и спел ее в первый раз. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Передать эмоции, передать те чувства, которые как бы испытывал человек, когда из горящего танка передавал эти строки своей жене, девушке, передать это со сцены зрителю. Не просто выйти с выражением рассказать, а именно передать эмоции. Победители конкурса самодеятельности, руководители службы управления наказания обещают поощрить внеочередным свиданием с родственниками или разрешат дополнительную передачу.